Друзья, всем привет, приветствую вас из автосалона BYD. Сегодня я приехал сюда не просто так. Здесь я уже снимал BYD Yuань Plus. Классная машинка за адекватную стоимость. Но сегодня у нас 19 февраля на дворе. Ужаснейшая погода, Гуанчжоу, 6 градусов тепла, ливень. Но все равно я приехал в этот салон еще раз, чтобы попасть на официальную презентацию этого красавца. Так что не переключайтесь. Видите, сегодня немного людей из-за того, что погода просто ужаснейшая. Но ничего, тем не менее, все самые отчаянные приехали посмотреть на презентацию машинки. Она должна быть очень интересная. Вот она, кстати, уже стоит в сером цвете. Я не знаю, мне, конечно, обещают сегодня на ней покататься, но мы посмотрим. Видите, накрыли такой типа шведский стол. Всяких много десертиков. Молодцы китайцы. Да, кстати, то, что я говорил, посмотрите на погоду сегодня, это просто жесть. Гуанчжоу зима. Ну, там пока на телевизоре рассказывают много всего интересного. Давайте я посмотрю вам в сером цвете Sunplus. Sunplus, говорю, Yuan Plus. Как видите, он все так же классный в салоне. Такой мини Sunplus. Хотя дельфин все-таки здесь больше присутствует. Все-таки это же у нас морская тематика. Также гитара у нас никуда не пропала. Акустика все так же Direct. Ну, красивая машина, красивая, но она действительно небольшая. Вот она правда небольшая. Вот реально ее сравнение — это Honda MNV. В заднем ряду у нас есть воздуховоды, есть два USB-порта. Ну, все это, в принципе, я уже вам и показывал. Ну, и панорамная крыша. Панорамная крыша, кстати, у нас с люком. Хорошая машина, правда, хорошая. Конечно, я все равно говорю, что мне почему-то нравится больше дельфин, но это такое исключительно мое мнение. Надо признать, что машина хороша, она правда хороша. И с довольно таким большим багажником. Ой. Вот так. Класс. У нее очень светлое будущее, друзья. Я пока там по телевизору рассказывают много информации интересной, давайте померяем вот от края, например, порожка до... Вот до карты двери сколько расстояние? 1,42 м. Сидушка опущена максимально низко. Я сейчас переключил прибор, он добавит плюс 10 сантиметров. Вот, от края сидушки до потолка 83 плюс 10, 84 сантиметра, друзья. Соответственно, от заднего сиденья к сидушке максимально двинуто вперед у нас 29 сантиметров. Очень даже неплохо, да? Так, что я еще хотел посмотреть? Да, и размер багажника. Сейчас парниша попробует его открыть. Вот. Так, смотрите, в глубину 74 сантиметра. От стойки от крайней 88, ну, плюс 10, ровно метр, грубо говоря. И высота подъема, ну, из-за планки мы сейчас увидеть не сможем, но я думаю, что довольно-таки нормальная. Ну, как бы видите, в размерах он довольно-таки неплохой автомобильчик, довольно-таки просторный. И... Честно, он вызывает, ну, приятные эмоции, это правда. Да, эта презентация уже идет минут 25. Люди уже начинают расходиться, никто не может дождаться уже цены. Я пока что угощаюсь. Ну, ждем. Только что говорил как раз с девочкой, с директором салона. Она сказала, что еще сейчас минут 5-10, и мы узнаем цену. Прям уже не терпится узнать ее. Как вы думаете, изменится она или нет? Я думаю, что, честно говоря, изменится, но не сильно. Но мы посмотрим. Да, конечно, китайские презентации — это прям какой там iPhone, посмотрите. Посмотрите, как надо проводить презентацию, да? К сожалению, у китайцев так всегда. Куда бы вы ни пошли, китайцы особо невнимательно слушают. К сожалению, на самом деле, очень интересно рассказывает парень, но, как видите, люди даже, которые сидели возле меня, они уже ушли. Хоть и только одна девочка вот там вот в прямом эфире показывает презентацию. И другие никто не слушает, слушаю только я. Но ничего, мне действительно интересно. Да, как вы видите, в Австралии он будет продаваться как Atto 3, я так понимаю, название этой модели будет, не Yuan. Ну вот, австралийцы тоже очень ждут эту машину. Не только украинцы, друзья.
А это, друзья, вышел один из олимпийских чемпионов китайских. Возможно, сейчас и будет наконец-то представлена официальная стоимость этого автомобиля. Так, друзья, ну что, официальные стоимости. 131 800 юаней базовая комплектация. 138 800 юаней вторая комплектация. 141 800 юаней третья комплектация. Ну и топ, друзья. Самый топ у нас 151 800 юаней. Ну что, друзья, вот и появились у нас официальные стоимости на этот автомобиль. Вот, вот буквально вот сейчас открывается предзаказ на эту машину. Видите, 10 тысяч юаней. Не успел показать. 10 тысяч юаней стоит предзаказ. Ну что, друзья, как вам стоимости? A few moments later. Друзья, добавилась еще одна комплектация. Их теперь будет 5. Их не 4. И самая дорогая стоит 159 тысяч 800 юаней. Будем смотреть, что там будет. Ждем. Официальные стоимости на новый Юань Плюс. 131 800, 138 800, 141 800, 151 800 и юань плюс-плюс 159 800 юаней. Ну что, друзья, теперь у нас 5 комплектаций вместо 4. Сейчас презентация закончится, и мы будем говорить с девочкой, с менеджером, с директором салона, я имею в виду, что будет входить в самую топовую комплектацию, друзья. Так, друзья, ну что, сейчас мы попробуем разобраться, в чем будет отличие от топовых комплектаций. То есть вот это у нас стоит сейчас, ну, прошу прощения, вот это у нас сейчас стоит максимальная комплектация, которая была доступна. И теперь у нас, как видите, есть пятая, которая будет максимальнее и максимальная. Ну, сейчас попробуем понять. The first one is the auto sound radar, you know? Like, I mean, the radar for the car, do you understand? А, окей. This one has 6, the plus one has 12. Ага, то есть у нас сейчас будет 12 радаров по кругу ультразвуковых. And the second one is auto parking. А, автоматическая парковка, думаю, все это так поняли. And the third one is the seat you can adjust automatically. А, окей. Да, будет автоматическое сиденье пассажира, но это не столь важно. The fourth one is the electric trunk. Right. Да, электрический багажник будет в топовой комплектации. And the fifth one is 2.5 PM the Да, будет еще, как это сказать правильно, ионизатор воздуха, вот, да, вот, хорошие запахи, чтобы были, но, по-моему, оно и так было. The sixth one is that there's like the lights, you know, the color lights. Окей. Да, и будет вот эта вот подсветка вокруг панорамы. But with seat heatings... We are checking right now. Окей. Да, но мы еще не знаем, будет ли подогрев сидений и руля. Ждем. Итого, друзья, что мы имеем? Когда я снимал это видео, было представлено 4 комплектации. 4 комплектации, да. Сегодня у нас оказалось, что их будет 5. Их будет 5 комплектаций. И первые 4, которые я называл в цене, они дешевле на 10 тысяч юаней оказались. То есть, как видите, вот еще раз. Комплектации 131 800, 138 800, 141 800, 151 800, 159 800. Классно, друзья. Это очень классная цена.